это подлое убийство, оно, скорее всего, имеет политические цели, да? Дело в том, что сейчас, как раз в эти дни, должны были собраться вот, главы внешнеполитических ведомств Турции, Ирана, России по поводу ситуации в Сирии. Ну, как вы знаете, там развиваются события, что вот мирные переговоры начинаются, возможно, какое-то улучшение должно было быть, но убийство посла, скорее всего, оно целью имеет, чтобы помешать этому событию. Чтобы опять ухудшить отношения Турции и России. Помните, был у нас самолет тоже сбит, тоже ударом в спину. Это не дело одного фанатика убийства, просто время и события выбраны таким образом, что как раз совпадают с такими политическими моментами.